всех приветствую на своем канале. С вами Лёля и ее кухня. И сегодня я для вас приготовлю, так сказать, тушеные овощи. Это у нас будет кабачок, петрушка, морковка и картошечка. Это все с нашего огорода. Правда, морковка не с петрушкой пожертвовала Женина мама, за что и огромное спасибо. В общем, ну, пожалуй, начнем. Вот мы моем петрушечку. А теперь мы моем морковочку. Чисто-чисто морковочку моем. А теперь мы моем картошечку, которую Лёлечка потом почистит. Ибо кто-то жаждал эту картошечку или вообще овощи увидеть, как Лёлечка чистит картошечку своей левой лапкой. Хотя Лёлечка не уверена, какой лапкой она будет чистить эту картошечку. Сейчас я вам почищу эту чертову картошечку. А вот в деревне ножик удобнее. Конечно, забыла про рис, но я только что про него вспомнила. Сейчас мы его с вами промоем и почистим кабачок. Моем, моем, моем рисик. Кабачочек. Мы решили его не чистить, потому что кожа довольно тонкая, он такой свежевыращенный и молоденький. И его вполне можно порезать. Любители АСМР, как вам такие классные звуки? Прям ударные инструменты, не иначе. Кстати, ножик из Dixie по фишечкам, типа реклама. Можно сказать, даже вегетарианская хавка. Потому что масло мы будем ложить и оливковое. Ну, я думаю, понятно, что мы уделаем весь кабачок. И чтобы вас особо не напрягать, я нажму на паузу. А
Это у нас соседи с машиной гудят. У нас соседи-то сказочные. Зато ножик в тон сигнализации. Тут у нас уже такая вторая тарелочка всего нашего кабачка. Дорезаем остатки былой роскоши, последний кусочек кабачка. Не знаю, как вы, дорогие подписчики, телерадиослушатели и зрители, но я очень люблю тушеный кабачок. С картошечкой, с морковочкой, или без них, но с рисиком. Вот у нас вышла тарелочка в кастрюлечке и еще досочка. На этом пока. На целую кастрюльку. Мы решили, что он слегка уварится вместе с рисиком. А мы пока доделаем остальные овощи, фрукты, то бишь продукты. Ибо рисик у нас как бы варится подольше, чем все остальное. А кабачок-то без рисика совсем уделается. Рисик у нас, как вы уже помните, промытый. Сейчас мы это чуть-чуть, может, помешнем или типа того. Такое месиво. Кстати, газ там уже включен. Вот у нас порежем картошечку, морковочку и петрушечку. И пока уваривается наш рисик с кабачочечком, мы вот это все и приготовим. А потом это все вместе засунем кабачочечку и рисику. И будем ждать, когда приготовится, кстати, на среднем огне, я забыла сказать, наши тушеные овощи. За окном у нас дождичек. Что товарищи любители АСМР должны услышать, чуть не сказала, унюхать. И, наверное, возможно, даже словить какой-нибудь мурашку. Вам порежем морковочку. Вот, кстати, у нас эта картошечка уже кубичками нарезанная в тарелочке лежит. Ждет своего часа. Это морковочка от Жениной мамочки. Не, конечно, может, у меня есть морковочка, но дома у меня ее не было на тот момент. Мелко. Кружочками режем морковочку. Ну и потом мы ее выложим вот в эту тарелочку. Я думаю, вы это морковочка с картошечкой. Мы сейчас отрежем эти палочки этого самого петрушечки и порежем ее уже в наш овощной вкусняшку. А потом мы, кстати, посолим. Ну, вообще, вы можете еще и поперчить. Но я не очень люблю перченое. Да и перец у меня как-то не особо прижился на моей кухне. Поэтому у нас будет только соль. Так, мелко. Зелень зеленая. И вот она сюда сыплется. Добавили и морковку, и картошечку, и петрушечку нашу, а еще соль и то самое оливковое масло. Ну, вы, конечно, можете еще добавить перец по вкусу, но, как я уже говорила, перец я не очень люблю. Хотя перец, как сам перец с перчиком, который на огороде растет, я, в принципе, люблю
тоже сюда добавлять. Но вот раз у нас без перчика. И вот оно у нас, кстати, все еще на медленном огонечке. И как мы можем определить готовность? Это, конечно же, по чуть-чуть испарившейся водичке. Ну, еще, конечно, можно, в принципе, рискнуть здоровьем и попробовать обжечь язычок на вкус, попробовав кого-нибудь из этих товарищей. Мягкие, не мягкие. Ну, потом мы заснимем, что у нас вышло. Так что не прощай. Две тарелочки. Ну, я понимаю, что вы, наверное, поняли. Точнее, я надеюсь, что вы поняли, что руки были не совсем мои местами. От нее идет пар. Это наши овощи. И мы сюда добавим сметаночки. Вообще, можно добавить майонезику. Или, допустим, покрошить еще помидорчику или еще что-нибудь такое и покушать. А еще, если вы любите это хавать с хлебушком, то можете положить еще и хлебушка. Вот, а вот, а вот, а наша вкусная яйца. Не поверите, как я хочу есть. В общем, приятного аппетита. До новых встреч. Пока.